Рустам Эмомали попросил жителей Душанбе жаловаться лично ему. Душанбинцы теперь могут лично писать мэру Душанбе Рустаму Эмомали свои жалобы и предложения в WhatsApp. Мэр Душанбе Рустам Эмомали попросил жителей столицы лично сообщать ему о возникающих проблемах в городских больницах и других медицинских учреждениях, сообщает мэрия Душанбе. Теперь горожане могут изложить свои жалобы, предложения и пожелания в письме и отправить на электронную почту Рустама Эмомали, dushanbe80@yahoo.com. Кроме того, связаться с мэром можно через мессенджеры, Viber или WhatsApp по номеру 985-95-22-22. Ожидается, что новая система жалоб и предложений качественно улучшит работу в сфере здравоохранения страны. Кроме того, в мэрии Душанбе заверили, что ни одно обращение не останется без внимания. Напомним, в октябре прошлого года мэр также предлагал жителям столицы снимать на мобильные телефоны недостатки городского благоустройства и отправлять фото и видео на его электронный адрес.